образовать ей жизнь. Поехали. Где там Тиффани? Поехали. Утречка добрая. Где-то почти 4 часа утра по Москве, а по местному уже сколько-то 7 утра. Но в моих мозгах живет московское время. Ой, водила Джейсон на своем месте, на что-то он прилег. Хотел заводить, но решил, что еще рано. Все-таки надо полежать. А вот гуляет Тиффани с Гришей. Встали на такую сторону, чтобы солнце и рассвет прямо в окно. Красиво. Так, водила, вы готовы? Водила что-то снова задремал. Ну ничего, пусть поспит. Поспит, поедем дальше. Поспите, пес. Утречка, добрая. День 6. Я уже запутываюсь. День 6. День 6. Мы только выехали. Песеньки сразу легли спать. За новыми приключениями. Погнали. Что купить? Кому что купить? Вкусняшек, энергетика. Вкусняшек, энергетика. Каких вкусняшек? Ты знаешь каких. Мясных? Да. Сосисочек? Да. Сосисочек в тесте? Там, где есть мясо. Там, где есть мясо. Все. Все? Тихоня, вам иди. Что? Мясо? Ладно, пошла. На удивление, когда мы путешествовали по трассам на юга, в Краснодарский край, там были такое чувство двухэтажные магниты, Дикси или пятерочки. Здесь на трассе мы ни хрена не можем найти, поэтому пришлось заехать в деревню. И в деревне вот мы нашли пятерочку. Второй раз мы находим только именно пятерочку в каких-то поселках. Так. Ну-ка. Здравствуйте. Так. Ой, что-то я того. Так, пошли искать энергетик и какие-нибудь сосиски в тесте. Это все не то. Мы в этой поездке в сторону Красноярска едем очень быстро, без остановок. А в обратный будем много путешествовать и гулять, поэтому мы даже не доставали ни плиту, ни тушенку. Можно газировку взять? Ничего, только покупаем и едим. Ладно, сейчас я буду искать продукты. Вот. Маленькая пятерочка какая-то, очень маленькая. Не привычно после Москвы. И что-то я не могу не найти выпечку, которая обычно есть в пятерочке. Довольно странно приходить в магазин и не стоять в очереди. Приходить в магазин, а там почти нет людей. В общем, взяла энергетиков, всяких сосисочек в тесте, слоек с курицей и попкину радость.
Так что все осталось в пути, наверное, несколько дней. О, сколько, говорю, что мы торопимся готовить там тушенку с макаронами, будем на обратный путь. Я взяла тебе, смотри, Попкина радость. Ты рад? Попкина или Гришки? Попкина, Гришкина радость. Рад, ты рад? Очень. Все, спасибо. Карту, да, вернуть тебе карту. Может, сядем? В Москве сосиски в тесте в Пятерочке стоят 19 рублей, да? Здесь. Наши любимые сосиски в тесте в московских Пятерочках. А здесь они стоят 39. Нормально. И я их не взяла. Меня жаба задавила. Почему в Москве 19 рублей, а тут 39 в деревне? Всем охренели. А ты распакуй часть в багажник сунь, часть. Ну, больше, нет, пока в багажник сунь. Тут места нету. Надо просто выехать отсюда. Это посмотреть собак. Ну что, я с Тиффани два ключа только что убрал. Тиффани. Значит, выезжаем и будем смотреть собак. Ты на месте, Тиффани. Давай, вытаскивай первого. По очереди. Первый пошел. Очередь. Не пошел. Все, первый пошел. Первый пошел. Держи поводок. Так, это давай мне. Джейсон. Здравствуйте. Второй пошел. Все. Раз, два. Все на месте. Гулять? Машину закрывать? Или вообще не закрою? Давай прихлопнем, там тропинка, лес прикольная. Стой, Тифа. Нет, там то ли, вон там тропинка, лес прикольная. Не пей из лужи, козленочкой станешь. Сегодня, на удивление, попрохладнее, да? Мы наконец-то не помираем от жары. Молодец, Тиффани. Тиффани молодец. Ну скажи, что молодец. Тиффани молодец. Зачем мы говорим Тиффани молодец? Тиффани еще маленькая. Иногда она писалась дома на пеленку. В машине она молодец, она всегда ходит на улицу. И чтобы приучить щеночка. Чтобы приучить щеночка всегда писать на улице, каждый раз, как только она пописает, покакает. Сразу даем вкусняшку и говорим, Тиффани молодец. Но Тиффани у нас правда молодец. Она умная малышка. Мы первые дни давали капельки ветспокоин или ветспокоин. Но сейчас она уже и без вет спокоен. С радостью ездит. Джейсон у нас бывалый путешественник. Но что-то Джейсон привык ездить у нас в Сочи, на юга, в Анапу, там, в Крым. А тут каждый раз, как он видит грязь, ужас, деревню. Такое чувство, что он разворачивается и хочет бежать в Москву. Смотрите, Джейсон, ты куда? Обратно в Москву опять побежал? Джейсон... Да, Джейсон из нас единственный прям коренной москаль. Но мы просто угораем, не обращайте внимания. Просто шутки. Тиффани! Что происходит? Бежим в машину. Почему мы бежим в машину? Кто-то боится мух. Кстати, однажды Джейсон словил пастью осу. Осу или пчелу? Пчелу. Да. Сдужала. Он словил ее пастью и его сильно покусало. Заводите. Сейчас завожу. Все. Включаем камеру. Тиффани, давай на место. На место. Тиффани, ты еще маленькая за руль. Сиди на месте. Это сразу запрыгивает. Он знает свое место. Ну и тут мух нету. Пугать его ему страшно. Его испугала муха.
Тиффани, она чует, что там твоя мясная еда. Ну, давай, убирай, морковку хотелось. Ты так и знал? Мы такое место уже встретили, но у меня не было телефона, и там было кое-что прикольное. Следуй за мной, от нас с Тиффани. Так, нет, Тиффани, не подбираем ничего. Следуй. Пошли, пошли, пошли. О, 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 да. Тиффани? У-ху! Кто? Тиффани. Как дела? Джейсон, иди к нам. Ну, Джейсон. Джейсон. Тиффани, пойдем в трубу. Заходи. Маленькая Тиффани. А Тиффани пошла исследовать. Смотри. Пошла в туннель. Нет, тот, который мы встречали, там эхо было круче, да? В этом что-то эхо слабое, да? Слабо ехать. Ну ничего, что посмотрим. Джейсон! Джейсон! Ну не бойся ты! Иди сюда! Джейсон! Пес моя! Ты что испугался? Что испугался, песник ты моя? А что ты кричишь, как непонятно? Как ненормальная. Да, Джейсон? Ты так у нас нормальный. Сидеть. Джейсон, заходи. Ну-ка сидеть. 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 Синхронисты. Нельзя. 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 Нет? Можно? Плоти, плоти, плоти. Плоти, плоти. Чё? Покушали? Покушали. Тиффани хочет обратно в трубу. Смотри, она прям бежит. Выписать пошли. Так, ты что нашла? Это нельзя. Если хочешь трубу, то в трубу. Любопытно. Да, Тифа? Ой, как любопытно. У-у-у! Ну дай вкусняшку. Да я в туннеле была. Я бесстрашная хайски. Дай вкусняшку. Описывай там. Она выходит, он что пожрать. Тебе он тоже не дает вкусняшку. Так это вообще не сырёт. Запор у него там и сям. Посмотри. Посмотри. Этот человек мне дал песик вкусняшку. Потому что хватит откармливать вкусняшками. Он преет под это, под шлейкой немножко. Преет. Ты что преешь? Жарко, потому что. Почеши его. Ну, там, никого, там никого нет, он просто преет. Кто преет? Тиффани, хватит тащить. Следуй за мной. Куда прём? Нет, тут какой-то мусор. Я не хочу. Пойдём. Вот сейчас секанёт, да? Смотри. Секанёт? А если не секанёт? Жарко. Ну сегодня хотя бы не 37. Сколько сегодня градусов? Ты смотрел? 29. Да, это уже хорошо. Первые дни было за 30. Парит. Вкусняшку или нет? Она сделала что-нибудь? Она хочет вкусняшку. Вкусняшку. И потом она сделает. А потом говорим, мы толстые, да. Она дома. Смотри, она даже села. Ты все выпросила. Молодец, красавица. Тиффашка.
Решила травку закусить. Сделай ему массаж. А то он устал, его надо размять. Никого нету, клещей нету. Мы проверяем их несколько раз на день. Жарко. Пойдемте, дадим попить в машине. Тиффани, подними лапку. Лапка. Пошли, пойдем в машину, попьем и едем дальше. Да? Что делаем? Это вы так гуляете? Она такая большая. Гулять идем. Пошлите гулять туда. А? Ну говорю, она подбирает. Ничего не подбирает. Она нюхает только. Тифа. Опа. Попалась. Попалась. Я не знаю, как в Сибири кукуруза растет. Чего ты все хочешь? Жрать? Ты всю дорогу жрешь, уже потолстела. Пошли. Мусор, 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 мусор. Это солнце. Как смог какой-то. Я не знаю. Ты что жрёшь? Подобрала салфетки. Это машинка. Приехали на новое место, Джейсон бежит обратно к дороге, как всегда. Шутки о том, что Джейсон хочет обратно в Москву, уже не смешные. Джейсон, что такое? Что всегда убегаешь? Джейсон. Следуй за мной. Джейсон, куда идешь? Джейсон. Комарики. Да я выгоню комарика. Тут очень большие комарики. Просто какие-то огромные комарики. Ужас. Таких мутантов нигде не видела. Это кошмар. Вот. Господи. Ты смотри, у меня уже десяток комаров на ногах за минуту.
просто. Кошмар. Я не могу уже. Ну, я говорю, у меня их уже десяток за минуту. И комары громадные. Двое, втрое больше обычно. Джейсон, куда ж ты нас ведешь? Прогуляем собачек и поедем. Комары невыносимые. На этом месте камера выключается. Джейсон стесняется. Лучше посмотрите на Тиффани. Тиффани! А мне энергетика. Я Тиффани тоже хотела энергетика. Ты мне дал Тиффани энергетику. Я засыпаю. Это, что будет, если дать спешенной маленькой хаске энергетик? Лучше не пить, не дать. Что такое, тихонько? Все, она легла. Смотри, она легла мне на ручку. Она просто хочет быть с нами и хочет, и поэтому хочет вперед. Вечеру 6-го дня, как видите, у нас сменился водила. Пошел поспать. Дальнобойщиков пересменок. Вот. И пришла Тиффани. Тиффани, заводи. Тиффани, заводи. Ну, поехали. Давай, малышка. Малышка, а у тебя права-то есть? Ты еще маленькая. Умеешь ездить? Тиффани! А Джейсону надо поспать где он? Ему отдохнуть надо. Давай! Эй, заводи! Оленька! Все уже были за рулем, кроме меня. Вот как всегда, я себя чувствую Хаммондом. Да, Гриша, при монтаже, когда это увидишь, ты поймешь, как я себя чувствую. Как Хаммонд в Монголии. Если вы фанат Топ Гир, то вы тоже поймете. Ладно, это так, свои шуточки. А мы едем дальше. На улице уже темнеет. Я уже свет включила. На улице темнеет. Гриша пошел набрать воды. Сегодня опять. Сегодня мы, походу, опять моемся в поле из бутылок. Водоем мы никакой не нашли. Мы долго ехали. Чем ближе к Красноярску, тем больше клещей. Это просто жесть. На каждой вот реально просто... Ой, простите, я вот как всегда. Короче, реально на каждой остановке, где мы останавливались прогулять собак даже на 10 минут, мы снимали клещей. Из себя, из Джейсона, из Тиффани, из каждого снимали клещей. Даже на 10-20 минутной прогулке. И мы не в лесу гуляли, мы гуляли, ну, как на пустыре, небольшой съезд там вправо с трассы. В лес мы вообще не заходили. И сейчас август, вроде уже клещи должны спасть. Но сколько их, это кошмар. Я так привыкла, что Москва зона свободная от энцефалита, и хоть у нас с Гришей есть прививки от энцефалита, а собачкам мы дали Бровект, обработали их от блох клещей. Но все равно не очень приятно, когда ты останавливаешься прогуляться даже на чуть-чуть и постоянно проверяешь и себя, и собак, а собаки мохнатые еще, особенно Тиффани. Вот так вот. Как бы все классно, но насекомые портят. И вот чем ближе к Красноярску, да, чем дальше от Москвы, тем сложнее найти место, где ночевать, потому что ночью просто атакуют насекомые. Меня атаковали комары сантиметра полтора-два. Просто громадные комары. То есть они в 3-2 раза больше, чем обычный комарик. Вот. Так что темнеет. Пожелайте нам удачи найти место, в котором нас не сожрут насекомые. 6-й день подходит к концу. Он уже, Гриша, идет с водой. Так что сейчас будем двигать, искать ночлег.